Жители 25-го микрорайона, который еще называют военным городком, ежедневно наблюдают из окон строительства долгожданной школы. Площадь будущего образовательного объекта составляет более 20 тысяч квадратных метров. По проекту это четырехэтажное здание, которое отлично сольется с архитектурным обликом окружающих домов. Помещения будут оснащены по последнему слову техники. На территории предусмотрены игровые площадки, места для отдыха, а также большое спортивное ядро, которое будет открыто для всех горожан. Но главное, что школа будет в шаговой доступности для 1100 учеников. Готовность объекта обсудили на выездной встрече рабочей комиссии. В любом случае мы набирать уже плюсом 1100 в школу уже можем. Да. Мы сейчас перераспределим все. Куда пойдут, да? Вот этот весь микрорайон мы сейчас перераспределим в эту школу. Мы только что шли, об этом говорили. Угу. Просто прием-то в школу уже начали. Ничего страшного, мы делаем и перевод, дополнение. И когда будут родительские собрания проводиться в тех школах, уже надо сказать, что это 1 сентября у нас вводится. Школу возводит подрядчик АСГ «Технострой». Готовность объекта к сегодняшнему дню 62%. Строители завершили устройство фундамента и монолитные работы. Началась черновая и чистовая отделка, а также монтаж индивидуального теплового пункта и внутренних инженерных коммуникаций. Выполняются работы отделочные, фасадные, кровельные работы. Есть некая проблематика, связанная с выносом кабельных сетей. Вот, это диспетчеризация, вот, видеонаблюдение, то, что старое, вот, выносим за пределы стройплощадки, ну, по требованиям. Новая школа возводится по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». К новому учебному году она распахнет свои двери. Анна Смирнова, Денис Корнев, Первомытищинский.